включил. Здравствуйте, садоводы. Вот еще раз показываю результат, какой у меня получился при выращивании арбузов. Как это делать, я уже показывал. Еще лишний раз подтверждаю, что мой метод правильный. Сейчас смотрим результат. Арбуз не самый крупный, ну из ранних будет покрупнее. А теперь пойдемте смотреть, что у нас выросло. Так, а теперь взвесить. Что-то он нас не показывает. Говорит, больше 10, да нет, не может быть. Там 2 килограмма максимум написано. А, точно. Не взвесим мы. Безмен куда-то потерялся. Ну, в районе 10. Жалко, конечно, не уточнили мы. Ну, в прошлом году и 12 были, поэтому я сильно-то не удивляюсь. Ладно, посмотрим, как он на качество. Правильно, там же 2 килограмма только. Я думал 10. Ну что, спелый. Я думал, зеленый. Хотя он может полежать и еще. Не, мог еще поспеть. Значит, он был бы еще тяжелее, потому что есть косточки и не совсем черные. Вот, всем приятного аппетита. Спасибо.